Казани сегодня простились с известной татарской журналисткой Земфирой Гильмудиновой. Она скончалась на 55-м году жизни. Проводить ее в последний путь в Татмеде пришли друзья, родные и коллеги. Она была настоящим профессионалом своего дела, говорили сегодня на панихиде. Для достижения коллективного иммунитета от коронавируса в Татарстане должны вакцинироваться еще 300 тысяч человек. Об этом сегодня сообщил Фарид Мухаммедшин на заседании Совета движения «Татарстан. Новый век». Сейчас в республике привито чуть более 72% жителей. Порядка 10 тысяч живых елок выставлены на продажу на базарах и ярмарках республики. Однако, по словам лесников, тенденция сегодня на уменьшение количества продаваемых живых елей. Татарстанцы переходят на искусственные символы празднования Нового года. Это подтверждают и предприниматели. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.